17 февраля в Доме культуры станицы Григорьевской прошла открытая сессия Совета. Глава поселения Сергей Левенцев выступил перед депутатским корпусом с докладом о проделанной в 2021 году работе. В течение всего года большое внимание уделялось дорожному хозяйству. Проводился ямочный ремонт и отсыпка дорог, а в станицах Григорьевской и Ставропольской появились новые тротуары. Уделено внимание дорожному хозяйству, на которое в этом году израсходовано 6 миллионов 561 тысячи рублей. Проведены работы ремонта автомобильной дороги по улице Ленина от улицы 50 лет в ЛКСМ до улицы Тургенева в станице Григорьевской на общую сумму 3 миллиона 645 тысяч рублей. В том числе 3 миллиона рублей составили средства краевого бюджета. Протяженность составила 572 метра. Помимо этого, регулярно наводили санитарный порядок, расчищали кюветы, заменяли водопроводные сети. В планах ремонт дорог, строительство нового фельдшерско-акушерского пункта и сельского клуба в станице Ставропольской, ремонт Григорьевского дома культуры. После выступления всех докладчиков каждый желающий мог задать вопросы представителям местной и районной власти. Вопросы жителей касались электроснабжения, ремонта дорог и остановок, записи к врачу и беспризорных животных на улицах поселения. Ни одно обращение не осталось без внимания. В конце встречи глава района Андрей Дорошевский поблагодарил жителей поселения за активную гражданскую позицию. Я благодарю каждого жителя, каждого неравнодушного жителя, кто обращается, кто поднимает эти вопросы, кто их задает. А ведь без оперативного, говорится, вмешательства в эти вопросы, без обратной связи с населением, очень сложно решить эти вопросы. Потому что глава один, и он даже физически не может успеть везде заглянуть на каждую улицу или каждый там двор. Депутаты признали работу главы и администрации Григорьевского сельского поселения удовлетворительной.